Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Castle Storm. У нас компания Королева Воинов. Так, север Норсхейма. Освобождение, да? И миссия Подъем Сопротивления. Именно с нее мы с вами и начнем. Так, разрушить замок или захватить флаг. И закончить задание за 4 минуты. Но это я вряд ли смогу сделать. Так, что у нас здесь есть? Есть у нас голем. Кстати, удивительно, что голем у нас почему-то относится к снарядам, а не к нашим юнитам. Погоди-ка, что-то мне это непонятно. Так, возвращать пленников при помощи баллисты. Иногда по частям старинный обычай викингов. Пленный голем. Не понял я юмора, если честно. Я что-то как-то... Так, ну самое удивительное, что мне... А мне пока никто и не доступен больше. Вот это все мои основные юниты. Так что кипишую я зря. Денег у меня нету, значит, друзья мои, мы с вами отправляемся в бой. Другого варианта все равно нету, как ни крути. Но давай посмотрим. Подъем сопротивления. Так, вражеский замок. Это наш замок, и давай будем смотреть. Я заодно посмотрю, что это за пленный голем. Так. Я не понял, а куда это волк у нас разогнался-то? Второго уровня-то. Совсем, что ли, в себя поверил? Родной мой. Да хорош. Так, а ну-ка. Вау, обожаю вот этот суперудар. Слушай, Салина, я немножко тут помамлю. Я думаю, что они не будут против. Так, волчара. Волчара, успокойся. Слушай, тут со всех сторон по мне бомбят. А я сейчас кто-нибудь появится и сразу применю суперудар. А, 5 секунд осталось. Неплохо, да? Ладно, побомбим маленечко. Все, друзья, время кончилось. И пора глянуть, что за пленный голем. То есть мы с вами бросили в данный момент, ну, вот такой вот голем у нас связан цепями. Получается, как будто это ядро у нас такое, да? Из голема. Ладно. Так, ну что, давай, наверное, мы применим камнепад. Нафиг он мне нужен, если честно говоря. Так, этого волка я подобью. Правильно, пушкарь, отбивайся. Вау, шикарно. Шикарная бочка. Так, он в меня своих вепрей бросает. Ну, а нам нужно кого-то вызывать. Будем вызывать викингов. Так, этот бежит, очень шустрый. Пушкарей, как же без них. Так, ну-ка, а по силе как он, хорош или нет? Ну, так себе, друзья. Так, что там еще? Да откуда у тебя драконы-то уже появились? Ё-моё. Что за дела? Друзья мои, у него уже драконы вовсю летают. Ой, голем. А, нет, нормально, нормально летит. То есть голема я могу в воздухе еще на несколько частей разрушить. Ты понял? Вот что это значит. Так, друзья мои, меня бесит этот летающий тут ханорик. Неплохо я его сейчас подбомбил. Давай-ка я его попробую сейчас копьями. Маневрирует, гаденыш, маневрирует. Есть, я его все-таки уничтожил, друзья. И быстренько в замок бросаем бочку вот эту. Хорошо. Сейчас бросим опять с вами голема вот этого вот, плененного. Смотрите, вот он летит, я нажимаю сейчас на кнопку, и он... Поняли, да? Принцип. Принцип бочки с ядрами, ну и всего остального, что у нас раньше было. Давай-ка выходи, шаман. Бегунка вызовем с вами. И еще одного пушкаря. Камнепадик применим. Так, бросим бочку. Мне главное уничтожить вот это вот гнездо. Что-то я не понял. Куда бочка-то делась? Я же ее выпустил. Интересно, девки пляшут. Я выпустил бочку, она просто не долетела. В никуда, да, ушла. Хорошо. Так, хорош. Он еще одного дракона вызвал, друзья мои. Еще одного дракона. Ну, что ж ты будешь делать? Не хватает и все. Так, иди отсюда, летай, что-то меня нервируешь просто. Если бы я еще и попадал бы. Если бы я еще и попадал. Да чтоб тебя. Всех моих юнитов почикал, а ты посмотри на него. Этого дракона. Всех моих пушкарей там загубил. Душегуб. Давай-ка вот так вот сделаем. Все равно не помогло. Эй, эй, они уже мне ворота, оказывается, сломали. А я тут все защищаю, все бомблю. Так, ладно, хорошо. Давай-ка забросим еще одного голема туда. Так. Все,
Больше у него драконов не будет. Надо вот этого только уничтожить. Так, бросим сюда бочку. Нормуль. Так, теперь нам нужно с вами защищать наш флаг. Во-первых, нужно его вернуть обратно на базу. Вот так вот. Неси, неси, а не бубни там. И опа-на. Он мне потихонечку разрушает базу. Но мне кажется, мы быстрее все-таки ему разрушим, потому что тут осталось у него всего 3 живых строения. И мы вот запускаем плененного голема. Разлетается и... Да, и эффекта пока никакого, да? Бросаем тогда бочку. Ну, бочка сейчас должна же бомбануть здесь. Так, по-моему... Да, друзья, осталось всего 2 здания, и если не ошибаюсь... Такой испугался, прикрылся щитом. Ну что же, осталось недолго ему тут веселиться, как вы понимаете, да? Недолго веселиться, то есть мы с вами сейчас запустим опять же нашего голема плененного. И сразу следом бочку, я думаю, что будет победа уже за нами. Поехали. Нечего тут рассусоливаться. Ох, какие колоссальные разрушения. И следом бочку. По-моему, вот это вот здание всего лишь осталось у него целеньким. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, да. По-моему, вот это вот комнатушка. Откуда он викингов-то делает? Я не могу понять. У него вроде бы все, уже ничего не осталось. А он их откуда-то все выпускает и выпускает. Все, забомбил. Ну что, голем, давай, вся надежда на тебя. Сейчас мы, наверное, тебя отправим в путь-дорожку. В путь-дорожку, пускай он у нас летит. Да, с большим приветом. Мы его отправим вот таким вот образом. Что такое? Я говорю, лети. Не стал, да, не захотел вылетать. Полетели. Да что ж ты, почему у меня обратно все на базу-то эту? Ты будешь лететь сегодня или нет? Не хочет, друзья мои, он лететь. Тогда вот так вот отправим. Все, победа. Как всегда сладка. Это мой город, и я получил достижение. И бонус к золоту. 12500. Слушай, ну это неплохая прибавка. Воу. Зверодел. Открыт новый снаряд. С легкостью превращает врага верного вам тролля. А то еще во что похуже. Ничего себе. Так, и заклинание молния. Ну, здесь ничего новенького нету. Так, открыт новый боец вдохновительный. Это у нас с рогом, который усиливает, я так понимаю, наших юнитов. И открыта комната арсенал. Закончить за 4 минуты я не успел, но это и не важно, друзья мои. Снаряд дня у нас плененный голем, а боец дня у нас пушкари. Так, выберите следующее задание. 99 красных молотков. Это сюжетное задание, и ответный удар — это побочка. Ответный удар. Слушай, давай, наверное, сходим с вами на ответный удар. Так, по снаряге давай глянем, что у нас. Вот это я заберу обязательно. Так, плененный голем. Я думаю, что его нужно улучшить. Довольно неплохая штука, да? Оно как ядро действует, плюс еще разлетается на очень много мелких осколков. Так, и надо нам, естественно, гарпун прокачать, потому что, ну, это наше основное оружие, без него нам, ну, никуда. Так, что у нас тут? Молния, ну, давай возьмем, все равно у нас есть пока свободное место, почему бы не взять, и юнита. Так, новый юнит пока еще закрыт, но это все из-за того, что у нас надо сделать небольшие изменения в замке. Так, давай глянем. В плане. Ты даже здесь мне не даешь? Что происходит, а, друзья мои? На тех уровнях все сразу давали, здесь же не шиша. То есть мы с вами без вдохновителя будем, да? Хорошо, ладно. Пусть будет по-вашему. Единственное, что я хочу улучшить, так это вот этот рог. Рог надо будет улучшить. Так, секунду. Это у нас в снаряге. Где наш рог? Перезаряжается быстрее. Как раз это мне и нужно. Так, а здесь больше ничего, да, я не могу. Ну что ж, друзья, все. Тогда поехали. Так, переживите атаку и отправить в бой солдат. Хм, ответный удар. А, на меня теперь бегу, да? Все, я понял. Так, я могу вызвать... Я могу вызвать, а главное, вот, главный герой здесь есть, он доступен. Ну что ж, будем с вами переживать эту атаку всеми доступными нам способами. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо, куда-то забежал парень, там уже
Там тролль, друзья мои. Да что-то он мне не дает. Ну-ка. Слушай, неплохо, неплохо у нас сейчас получилось. Но там что-то слишком много троллей. Опа. Ха, не попал. Погнали. Блин, время закончилось, ёпрсоте. Вот так будем тогда бомбить с вами. Давай, давай. Отлично. Так, копья. Что ж ты будешь делать? Так, у меня, друзья мои. Ну-ка, проверим. Хо-хо-хо-хо. Ничего себе, у меня бронированный тролль, а не какой-то там замухрыха. Ну что, давай камнепад, наверное, вызовем с вами. Слабо. Он не прокачанный, друзья, поэтому особого урона и не наносит. Наше задание — пережить атаку. Куда ж ты, голем, просто так. Вау, ничего себе, там сколько этих. Всех уничтожаем, всех абсолютно. Так, по идее, мой тролль должен быть сильнее, потому что у меня он в броне. Никто не должен пройти у нас задание, поэтому нельзя подпускать никого. Давай, давай, тролли, уничтожили. Ты посмотри, сколько там. Там их что-то чересчур уж много. Давай, пушкаря вызовем. Ну, готов. Да ё-моё, они меня. Они тролля забомбили? Я даже знаю, как они забомбили, друзья мои. У них там пушкарей целая куча, поэтому именно пушкарями меня забомбили здесь. А ну-ка, дай-ка я кое-что сделаю. Вот так. Дальше мы запускаем снаряд. Прям главное, в дракона попали. Ух! Что я могу сказать? Сейчас я тут все разнесу к ядрене фени. Смотри, что мне здесь подкинули. Так, а вот этого тролля надо уничтожать. Надо уничтожать как можно быстрее. И пушкарей надо вызывать. Потому что он тоже неплохо пушкарями орудует. Так, волчара, давай выходи. А смотри, что он делает, а? Ледяными снарядами в меня бросается теперь. Сколько нам еще нужно ждать? Сколько нам нужно переждать вот этого времени, чтобы пройти этот уровень? Ну-ка, камнепад. И бочку сюда же запульнем. Хе-хе-хе. И голема также. Голем катится и давит всех на своем пути. Очень хорошо. Слушай, вот эти вот гарпуны, три штуки, которые мы выпускаем, они очень слабые, потому что не прокачанные. Да-да-да-да-да, викинг, ты чё? Совсем припухшили на командира. Бычить. Давай-давай-давай-давай-давай. Третьего уровня, да, мы всего лишь. Я думаю, что нам этого хватит. Воу-воу-воу. Кстати, у него уже появились тоже бронированные тролли, как мы видим. Хорошо, давай бомбить тогда дальше продолжать. А, минус. Так, отойдем чуть-чуть. А, чуть-чуть не добили. Хорош тут. Закончилось время. А ну-ка иди сюда. Так-то оно будет лучше. Зачем я так сделал, друзья мои? Зачем я так сделал? Так, ты бы обернулся бы. Сзади тебе идет пятого уровня. У меня, кстати, тоже пятого уровня, но не со звездочкой, а обычный. А у них со звездой, то есть это ранг повыше будет, как-никак. А если я Фрею? Ну, друзья мои, Фрея первого уровня, что он тут сделает? Вообще ничего не может сделать. С удара ее положили. Слушай, тут накаляется обстановка, мне же нельзя пропускать врагов. Вы помните, да? Ни один враг не должен пройти. Что мне делать-то? Кого вызывать-то? Я даже не знаю. Магию всякую надо применять. Подбил, я все-таки умудрился отбить. Вроде никого нету больше. Все, друзья мои. У них не было ни единого шанса, это уж точно. Отправьте в бой солдат, чтобы они убили не менее 30 врагов. Я не успел, друзья, потому что я все делал это сам. Я сам бомбился там. Боец дня. Ну, тролль, понятное дело. Ну а мы переходим с вами на следующий уровень. Я не знаю, там у нас побочка, не побочка. 99 красных молотков. Победите вождя молотобойцев. Победите каждого из 100 молотобойцев на арене. В плане, у нас сейчас будет арена. Слушай, если арена, нам тогда надо будет с вами прокачать нашего основного юнита. Я надеюсь, это будет Фрея. А может быть, не Фрея, кто его знает. Кто там у нас сейчас будет? Ну, по идее, должны предводители на арену отправлять. Так, так. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Поехали.
Угу. Арена, действительно. И за кого мы будем с вами играть? Такие все довольные. Фрей. Викинги, мои братья. Мы выиграли эту битву, но война еще далеко не закончена. Слуги Авнарога могут вернуться в любой момент. Мы должны организоваться. Мы должны восстановить сопротивление викингов. Угу. Сопротивления больше нет. Это как раз о вождь молотобойцев. Твоего отца нет. Сэра Гаррита нет. Не осталось никого, кто бы повел нас. Есть я. Викинги никогда не пойдут за тобой. Почему? Потому что ты девушка. Я воительница. Это не так. Почему? Потому что у меня нет такой мягкой и шелковистой бороды. Мягкой? Шелковистой? Моя борода тверда, как гранит, и грубая, как наждачная бумага. И все равно я сражаюсь в 100 раз лучше тебя. Вот как? Может быть, докажешь это на арене? Звучит неплохо. Только позови еще 99 друзей, чтобы уравнять шансы. Я никуда не денусь. Вау, мы сами себе сделали вызов. Ёпрсоте. Ой, друзья, не погорячился ли я? Так, Фрея, сзади. Так, 99 молотобойцев, да, значит, здесь? Да чтоб тебя. Из-под тишка своим кортиком. Так, ну ладно, молотобойцев можно бомбить, в принципе, в ближнем бою. Сколько у нас? Жалко, я не вижу, друзья мои, показатель, сколько мне еще нужно подбить. Ага, промахнулся. Вот так и будем с вами бегать. Слушай, довольно неплохо. Не забывайте, что мы можем с вами, в принципе, вставать в блок. Вот так вот образом, но будет ли у нас на это время? Будет ли у нас на это время? Так, тихо. Родной, успокойся. Нам бы где-нибудь вот так вот встать посередочке бы, да? Ай-яй-яй. Хорошо, что я 5 уровня. Но мне кажется, что здесь молотобойцы будут еще и крутые. То есть не только 2 уровня. Хотя, кто его знает, может быть их будет... Что там, еще один вышел. Может их будет 99 молотобойцев, но все они будут именно 2 уровня. Так, может быть нам вот так вот все-таки проще бомбить. Так, разворачиваемся. Да, вот так вот, в принципе, можно с ними... Из-под тишка. Стоять на месте тоже не вариант, потому что, друзья, ну, вы видите сами, они по мне стреляют. Видите, молоты летят. Только шорох. Так, где там? Давай, дальний бой. Так, оба. Ну, пока неплохо. Здоровья вроде бы у нас хватает. Нам главное продержаться и уничтожить 99 молотобойцев. Слушай, я знаешь, что думаю? Что в конце выйдет еще сам главный вождь. Потому что вроде бы было задание противостоять, да, этому вождю. Так что не забывайте об этом. Надо побольше сохранить нам... Ох ты, ничего себе, как он в лобешник зарядил. Побольше сохранить здоровье. Жалко, здесь нету какой-нибудь там аптечки, да, чтобы я мог ее применить. Ну, где? Где эти орлы? Да чтоб тебя... Из-под тишка просто все делается. Просто из-под тишка. Вот когда не... Тихо. Вот так вот надо как-то юлить. Да чтоб тебя. Встал прям в этот. Прям в лицо. Дамаж это понятно. Дамаж это все понятно. Это все хорошо, но нам нужно с тобой, Фрея, бомбить их. Уже очень много уничтожил, но сколько еще, непонятно. Куда там уже собрался уже метнуть. Идите прочь. Куда? Захотел кортиком меня садануть? Нет, родной. Да что ж такое, я приземляюсь, он успевает в этот момент достать кортик, да, свой. И задеть меня. Не успеваю среагировать я. Не успеваю. А вот, друзья, по-моему, и босс вышел. Видите, да, восклицательный знак у нас здесь появился. Так, нам его нужно, естественно, бить суперударами. Победа, славная битва.
Так, бросаешь как девчонка. Достижение получил. Ты в порядке? За исключением синяков, шрамов, царапин и, самое главное, стыда от поражения. Да, я в порядке. Ты не должен стыдиться. Ты хорошо сражался. Ты славная девочка и могучая воительница. Твой отец гордился бы тобой. Спасибо. Викинги, братья мои, слава Фрейе, новой предводительнице сопротивления викингов. Все-таки признали нас, да? Нас признали. 15 тысяч к золоту, приз арены я получил. Открыт новый снаряд, несущий бурю. Улучшенная версия Мьёльнира с электрическим эффектом. Открыто новое заклинание, щит для снарядов и пурга. Открыты новые бойцы, валькирия и вождь молотобойцев. Также новые комнаты, пивоварня и зал для упражнений. Шикарно. 20 тысяч голды в общей казне у нас. Так, враг моего врага и борьба за флаг. Побочное задание. Друзья мои, я пойду на побочное задание, да, денежка нам нужна, вы сами прекрасно знаете. Но вначале я хочу кое-что поменять в замке. Во-первых, хочу взять улучшенную версию. Я вижу только лишь вот эту версию, да. И, в принципе, она меня устраивает. Выбор делаем на, именно на этой версии замка. По снаряге, что у нас тут? Ага, мы с вами... Я, наверное, уберу вот эти вот копья. Ну, не нравятся они мне. А вот несущий бурю я возьму. И, пожалуй, даже еще и прокачаю. Чуть-чуть, но надо это сделать. Хорошо. Здесь у нас что лишнее? Пургу я, наверное, возьму. Вместо... Вот это я уберу, а пургу возьму. Мы можем замораживать, а потом разбивать нашего противника. Не забывайте об этом. Здесь вроде бы все отлично. Так, по комнаткам у нас повышает прочность стен. Максимальный размер армии давай улучшим. До 10 хватит? Хватит. Десяточки, я думаю, мне достаточно будет. Так, оружие перезаряжается быстрее. Давай-ка. Так, повышает силу атаки ваших бойцов. Вот это тоже нужно обязательно сделать. Ну, помимо силы бойцов, нужно еще и прокачать самих бойцов, согласись. Так, валькирия, улучшим. Ага, всего лишь один раз улучшил, да? Угу. Ладно, друзья мои, я думаю, что этого будет нам пока достаточно. Ну что, доставьте флаг на правую сторону, чтобы выиграть матч. Выполните серию убийств минимум из 7. Вау, у нас опять арена? Так, подожди-ка, я не понял. Мы должны утащить флаг. Все, вот теперь я врубился, друзья мои. Так, секунду. Понимаешь, дело в том, что если бы я знал, что у нас будет игра именно за нашего предводителя викингов. Да, это он потащил флаг-то. Так, мы должны... Что-то я не понимаю. Что мы должны сделать с флагом? Так, мы должны... Понял. Наш флаг должен быть перенесен на ту сторону, да? И в то же время... я не могу понять. Да как так-то? По-моему, сейчас ребята меня отдуплят здесь. Поражение. Сыграть снова. Нет, я не буду играть здесь снова, потому что это побочное задание. Мне нужно прокачивать главаря. Он 3-го уровня. Вы видите, у него атака никакая, поэтому... Играть я за него пока не буду. Пойдем с вами, наверное, на основное задание. Так, королевский аэропорт. Высадка викингов. Враг моего врага. У нас вот такое задание с вами. Поехали. Так, защищайте королевских пограничников. Не дайте погибнуть ни одному из королевских гвардейцев. Оу. Это что-то новенькое. Это что, я должен теперь как нянька тут бегать сейчас за ними тут? Вау, летим. На дирижабле. Итак, мы отправляемся на юг королевства. Да, нам нужна их помощь в борьбе со внорогом. И они помогут нам? Это в их интересах. Набрав силы, внорог не остановится у границы. Пожалуй. Он постоянно говорил о том, как мечтает покорить весь мир и даже звезды. Его мечтам не суждено сбыться. Посмотри на этот замок. Это не хрупкие постройки имперцев. Эти стены возвели наши собратья. Хм, в
каталоге северных крепостей не упоминаются аванпосты в этой солнечной пустыне. Ха, это нам не друзья, погляди на их флаг. Авнарог захватил пограничье, пока мы освобождали Норсхейм. Они не пустят нас через границу. Мы должны победить их, если хотим прибарахлиться на рынке королевской крепости. Всегда хотел себе ладное платье с цветочками и котятами. Готовимся к высадке. Вот так вот. Враг моего врага. Что я должен... Подожди, это мои. Главное, чтобы не погиб ни один гвардеец, мне сказали, да? То есть я могу... Я могу высадить? Могу, друзья, могу. Вот так вот сделать. Они 20 уровня. А что мы должны с вами сделать? Ну, я понял тут. Так, тихо. Вот так вот. Наказываем. Минус тролль. Что ты бьешь там, волка моего родного? Самое главное, что мы с вами усилены. Гвардейцы мои тут стоят, танцуют. В общем, мы должны, судя по всему, продержаться определенное количество времени, да? 5 минут в общей сложности уже осталось меньше. Давай начнем, наверное, потихонечку бомбить ему замок. Вот так вот это сделаем. Слушай, я возьму еще, наверное, вот так вот сделаю. Оп! Нам не помешает этот тролль, верно? Слушай, знаешь, что я подумал? Наверное, здесь надо было брать хилку нам. А у меня хилка-то есть? Так, у меня нету, да? Ни шамана, ни жреца, кто бы мог нас хильнуть. И это плохо. Ну, проверим, работает копье? Копье работает, друзья мои. Копье, заморозка, все как полагается. Ох, разрушение. Там какие там наношу глобальные. Давай, электрический. Тут даже еще и бочку. Я ему не завидую. Посмотри, какие ему там разрушения наношу. Тролль просто не дает никому там выйти. Бомбит и бомбит. Хорошо, меня это устраивает вполне. Продолжаем, да, нашу атаку. Как раз голем плененный у нас готов. Слабенько как-то. А ну-ка так, несущий бурю. Нет, ну понятно, он летит, электрически все дела. Но этого недостаточно для того, чтобы наносить хорошее разрушение. Сейчас я ему эту... Так, тихо, волк ползет. Блин, не попал маленечко, друзья, не попал совсем чуть-чуть. Полетела бочка. Ой, бочка. Голем наш. А что ты развернулся? А, мы сломали ворота. Так, получил свое. Будешь тут еще бросаться своими топорами в меня. Что там происходит? Я жду. Ага, мне тоже выломали ворота. Ты посмотри. Так, слушай, птичка, иди отсюда. Главное, чтобы не погиб ни один гвардеец. У нас вот такое было задание. У нас осталось совсем немножко времени прождать. Совсем немножко. 2 минутки. Если успеем, будет классно. А если нет, будет очень плохо. Ну-ка, дай-ка я так сделаю. Да как ты летишь долго, это пробирка. Второй раз просто так в холостую потратил. Молнию бомбанем. Так. Вот это здание бы уничтожить меня. Видите, где тролль сидит. Было бы вообще замечательно. Так. Ага, валькирия моя пошла. Она бронированная, кстати, не забывайте об этом. Ну куда? Вот эта вот птичка нервирует меня, вот эта сова. Серьезно тебе говорю. Ну? Что? Ну зачем ты пошла обратно, а? Оставалась бы там на месте бы, да и все. Нет, она разворачивается и идет в обратном направлении. Бросаю еще одного плененного голема. Да что ж ты будешь делать? Так. Угу. Значит, троллей у него больше не будет. Я понял. Хорошо, сейчас вышло. Давай-ка туда несущую бурю подкинем. Может быть, пробьется? Нет, не пробилось. Это плохо.
Нет, это мы не будем с вами делать. Нам нужны юниты. Нам нужны... Вот этих бы, конечно, подхилять, потому что, ну, вы сами видите, что у них очень мало здоровья. И нельзя, чтобы вот эти вот гвардейцы, которые именно под восклицательными знаками, погибли. Иначе будет фейл. Ну... Что ж ты будешь делать? Так, дай-ка я вот этого попробую к себе забрать. Ха-ха! Отлично! У него здание там на соплях. Да, друзья, отличная стратегия, победа. Выиграли, время закончилось. Так, открытое новое заклинание. Армия призраков. Ну, эту мы армию уже с вами видели. И новый боец, боевой тролль. Это тоже для нас не новость. И, как видите, у нас... Так это было второстепенное задание. Не дать погибнуть ни одному из королевских гвардейцев. Все, понял. Ну что же, я, значит, не зря за них боялся. Снаряд дня у нас плененный голем. И боец дня — это у нас тролль. Так, через границу. Борьба за флаг, побочное задание. Ну, я думаю, с побочкой пока мы с вами потерпим. А вот через границу, пожалуй-ка, надо взять. Так, по снаряге давай посмотрим, что у нас. Ага, вот это вот заклинание мы возьмем. И вместо, я думаю, вместо... Да, молнию я уберу, а вот это вот возьму. Потому что, ну, призраки, все-таки они лучше. Так, тролля. Тролля, нам нужно будет взять его обязательно. Но для этого возьмем с вами немножко другую модификацию замка. Так, мой замок, я надеюсь, они мне подкинут. Во, то, что нужно. А лучше нету? Нету пока. Делаем выбор именно на такой конфигурации. Так, разрушите замок или захватите флаг. Отправьте в бой солдат, чтобы они убили не менее 25 врагов. Фух, разрушите замок. Понял, понял. Я обожаю, когда надо что-то разрушать. Что это у нас там за ханорики вышли? Идут себе потихонечку, да? Думают, что я не вижу. Я все прекрасно вижу. И мы можем с вами вот так вот сделать. Но. Слушай, а почему у меня тут идут паладины 20 уровня? Опять, что ли, за ними смотреть надо? Или в чем прикол? О-о-о, не повезло-то как им. Выпускаем голема. Плененного. Мне нравится, как он бомбит. Вау, еще и бочка это шикарно. Давай вызовем тролля, шамана и волка. Шаман, тролль и волк. Так, кто там у нас затесался, я не пойму. Кто-то вроде как бы нам мешает. Уже сломали? Вау. Как-то больно круто и шустро. У нас либо уничтожить замок, да? Ага, я так и думал, что вряд ли здесь получится все так легко и просто. А ну-ка, если... Друзья мои, давай-ка мы, наверное, еще голем... этого тролля возьмем себе. Вот так вот. А вот этого говнюка надо бомб... Не попал, маленечко. Слушай, я его уничтожу. У нас два варианта. Либо уничтожить дракона, либо уничтожить гнездо дракона, чтобы он его больше не выпускал здесь. И то, и другое очень хорошо. Давай попробуем, наверное, пробить. Так... Блин, флаг немножко, конечно, не донесли. Давай, выходи, тролль. Тролль вышел. Мы с вами здесь маленечко подеремся. Уже самолично. Слушай, а ты, родной, не припухли, а? Магию ту свою применять. Вот так вот. Ну, флаг там взяли или нет? Дракон промахнулся. Ты смотри, что делать, а? Так, птичка, птичка, птичка. Правильно, лучше в меня, чем в тролля. Нам нужно отнести как можно дальше флаг. Слушай, подожди, я лучше вот так, наверное, сделаю. Голема я брошу вот сюда вот. Ай-яй-яй, живо еще гнездо, живо. Вот сюда мы бросим. Оп, возьмем тролля. Этот дракон все летает еще, да? Я его не подбил еще, оказывается. Ладно, сейчас мы этим займемся делом. Слушай, как он быстро бомбит моего тролля. Все, уничтожил я его. Долеталась птичка. Давай еще одного тролля вызовем. Так, у нас есть камнепад. Камнепад вот сюда вот, наверное, пригодится. Победа! О, да! Ух ты, открыт новый снаряд. Замороженная рыба-меч. Вкусная еда или смертоносный снаряд, да? Древний дракон. Повелитель драконов. Неоспоримый хозяин небес. Вау. Меня балуют.
Друзья мои, ну что, у нас следующая миссия будет «Дорога на юг», но я думаю, что ей займемся мы уже в следующей серии. И, кстати, борьбу за флаг тоже нужно сделать, но для этого нужно прокачать нам нашего командира викингов. Ну а на этом будем закругляться, всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков, удачки вам!